И у моего монстрика тоже весна. Вот такой красивый монстрик. Цветет у меня на окошке. Вот у него еще бутончики. Вот такая вот весна. Сейчас пойдет дождик на улице. Всем добрый день. Вот и наступила весна. Я сегодня снимаю чудики. Сегодня 3 апреля. И я хочу снять отчетик по совместному проекту, который организовала Светлана Воронина, ее канал Светлана Воронина Вязание. Проект у нас будет с 20 января по 27 мая. И мы будем вязать салфетки. Называется проект «Свяжи салфетку». Я связала вот эту салфеточку не просто так. Это салфеточка в коробочку, где будет храниться мои драгоценности, которые мне прислали за участие в совместном проекте. Посмотрите, какая красота, какая бесподобная красота. Золотые ручки Светланы Евгеньевны делают вот такую вот красоту. Такая вот брошечка бесподобная. И еще вот к моему белому свитеру вот такая вот брошечка пришла. Эти брошечки проделали огромный путь. Проехали через все блокпосты. Вот такая вот красота будет храниться у меня на этой салфеточке. Коробочки. Вот. Еще, девочки, я вам хвасталась вот таким вот квадратиком. Это квадрат Рикичелло. Связан он из вот такой вот пряжи. Пряжа называется Пеликан. Это шикарный хлопок двойной мерестеризации. Вязать, конечно, им очень сложно. Но мы не ищем легких путей. Вот такой вот хлопок с такими показателями. Вот. Салфетку я, конечно, вязать не буду, но я вяжу лучше салфетки. В принципе, это тоже салфетка. Вот такое чудо. Это будет ретро-жилет в стиле Рикичелло. Я сейчас увлеклась стилем боха, поэтому у меня будет вот такая вот красота. Я уже связала 20 квадратов. Боюсь, что мне не хватит, потому что нужно еще квадратов 15 связать. Ну ничего, будем искать, как говорила. Будем искать, придумаем. Но будет все красиво. Но это еще не все. У меня закончился вот такой вот еще проект. Эта красавица будет тоже для салфетки. Она будет ввязана в аквариум. В круглый. Это будет круглая салфетка, такая круглая. В ней будут и камешки, и водоросли, и ракушки. В общем, все там будут, когда я довяжу. Вот такая вот красота, девчонки, у меня вяжется. Люблю я всякую ерунду вязать. Вот, я человек процесса. Не всегда все довяжу, довожу до логического конца. Но я желаю всем легких петелек. И чтобы всегда все проекты свои заканчивали. Всем здоровья, всем удачи, всем хорошего настроения. Пока!